если кто-то утверждает, что какая-то цитата принадлежит к корпусу ведийских текстов, это несложно проверить. Есть книга Блумфилда «Vedic Concordance» 1906 года. Она цифрована, поэтому искать удобно. Итак, у меня есть слово-зацепка. Гхрта Шчутах. Значит, я сам пользуюсь программой M-Editor для поисков текста в файле. Нажимаю Ctrl-F. Match case. Значит, будут находить только с маленькими буквами. Большими не будет находить. И можем просмотреть все контексты. Их немного. Можем что сделать? Нажать Bookmark All. Мы добавили закладки. Все строчки, которые содержат это слово, получили по закладке. Bookmarks. This document. Extract bookmark lines to a new file. Вот все 11 мест, где встречается это словосочетание. И в данном случае Ригведа. Да, значит, 11 мест. Это один возможный способ проверки по файлу Блумфилда. Значит, здесь все тексты упорядочены по алфавиту, по начальному слову. Получается 88 800 разных фраз, которые встречаются, повторяются в разных ведийских текстах. То есть некоторые формулы. Значит, можно пойти иначе. Есть сводный список всех санскритских слов в санскрите. Он содержит 430 тысяч слов. Полностью это слово в словаре не содержится. Это сложное слово. Но можем его разбить на части и посмотреть. Первая часть грхта встречается в словаре или нет? Значит, подобный поиск достаточно неконтролируем. Эти буквы могут встретиться в любом месте в слове. Поэтому если я хочу найти, например, слова, которые заканчиваются этим словом, то вот я использую двоеточие, потому что двоеточие это разделитель между самим заглавным словом и аббревиатурами. Но если хочу найти в начале, я использую регулярные выражения. Beginning of line. И теперь вот только в начале. Только в начале. Хорошо. Опять же сделаю bookmark. Добавлю их, скажем так, избранное. Extract bookmark lines to new file. Кодировка SLP1, я могу ее переконвертировать в, например, в GAST. Ну, переконвертировались и аббревиатуры названия словарей. Но это сейчас не столь страшно. 121 слово начинается с горхета. В сводном списке санскритских словарей. Ну, тут уже есть чем поковыряться, сравнить. Может быть, какой-то интересный оттенок для нас есть. Это что касается ведийских слов. То есть, если сказано в ведах, велика вероятность, что это будет в конкордансе Блумфилда, который существует в виде текстового файла, изданного в Гарварде
1906 году. Спасибо за внимание. До свидания.